Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, скульптуры Иоахим Эйтевал. Мученичество святого Себастьяна. 1600 год. Холст, масло 169/125. Иоахим Эйтевал, известный нидерландский творец в первой половине 17 века, использовал сложные, даже неожиданные ракурсы персонажей. Данная работа относится к стилю маньеризм. В ней самое главное – сочетание виртуозной техники с религиозным сюжетом, который словно оправдывает доведенную до щегольства техничность исполнения. Страстный порыв духа святого Себастьяна конгениален стремлению мастера вложить все свое умение в живописные произведения. Святой Себастьян был римским легионером. Он пострадал за веру во время гонений на христиан. Очень много работ связано с мученичеством святого Себастьяна. Считается, что эта картина была заказана не для церкви, а для полиции, которая существовала в то время в стране. Но такое описание к работе Иоахима Эйтевала «Мученичество святого Себастьяна» я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира».